Яна Рудковская вновь навлекла на себя критику. На этот раз пользователи сети не оценили внешний вид продюсера и идею ее фотосессии. Подписчики сомневаются, что Яна Рудковская занята работой. Даже после карантина продюсер продолжает публиковать видеоролики, для которых, по мнению большинства, не хватает актерского таланта и пластичности. Однако супруга Евгения Плющенко не обращает внимания на едкие комментарии и продолжает заниматься самолюбованием. Недавно Рудковская поделилась кадрами с фотосессии. Продюсер показала короткое красно-сиреневое платье с пышными рукавами, а также позы, которые она принимала перед объективом. Чтобы кадры получились необычными, Яна забралась на стол.